Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Константина. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли нам свое биополе на период сеанса. Готов, доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Константина под ногами. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Константина. Находит все. Смущает что-то? Ну, я просто вижу в нем подключки, но никто не выходит. Ощущение, что у него страхи какие-то навязаны внутри собственные. Страхи внутри? Так манифестируется? У него как браслеты на руках желтые. Хорошо. Даю команду. Значит, эти браслеты проявляются. Ты видишь их четко и ясно. Ну, вижу я. Сил моего намерения. Снимаю эти браслеты, отправляя в клетку тюрьму. Готово. Выстраиваю канал от этих браслетов к ответственным. 1, 2, 3. Притягиваю в клетку тюрьму, если таковые есть. Нет, ответственно. Понятно. Значит, он сам себе одел браслеты, да? Слово идет окольцован. Он сомневается во всем, что он делает. Правильно, неправильно. Он принимает решение, но в то же время думает, что это не пойдет ему на пользу, а может пойдет. В общем, он этими сомнениями в себе груз какой-то делает. Вот эти браслеты, которые как не от чистой души делает, принимает решение. Ощущение, что он сомневается в всем, что он делает. Ему нужно какое-то подтверждение, что это правильно. Но этого не будет. Это будет неправильно. Потому что я даже уверен, что и куратор на этот вопрос не ответит, потому что это право его. Он должен сам решать в своей жизни, принимать решения. Он читал манифест. Константин, вы читали манифест? Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки, выражая это намерение своей души и личности. Вы помните эти слова? Он читал, он помнит. Если вы помните, откуда могут быть сомнения? Вы внутри знаете правильный ответ. Давайте сделаем следующим образом. Есть еще что-то? Посмотри, Вера. Биополе. Если что-то есть еще, сформированное, оно проявляется. Его видно четко и ясно. Все блокады, блоки проявляются. Как свои собственные, так и чужеродные. У него куча сомнений. Хорошо. Мы можем только почистить его эмоциональный фантом в таком случае. Эти сомнения несут как страх, что ли. Страх притянет рано или поздно сущности. Скорее всего, рано. Это их чистота. Особенно нижних. Да и верхних тоже. Он не уверен в принятии своих решений. Хорошо. Я спрашиваю, как мы можем сейчас ему помочь? Мы можем вывести его? Выдавить все это, да. Хорошо. Включаем внутренний белый свет. Константин, 1, 2, 3. И на счет 3 Константин выдавливает из себя все негативные патогены, низкой вибрационной энергии. Также все негативные чувства, которые присутствуют, все сомнения. Все это выходит и формируется перед ним шар. Да, будет так, это есть. Знаешь, какие слова идут? Вдруг его впереди что-то лучше ждет, а он на это согласится. Может быть такое, а может быть это и последний шанс, а может быть я не знаю. Это его жизнь, только и он вот решит. Эта неуверенность внутри, она, знаешь, шаткая, она шатается. То есть в нем нет четкого понимания, что он делает до конца. Ну, есть такая пословица. Женатый или не женатый не играет никакой роли. В любом случае вы об этом будете жалеть. Ну, лучше сделать и пожалеть. Ну, так делайте. Для чего тогда жизнь? Вы специально пришли на эту землю. Скорее всего, у вас и кармический узел, Константин, связанный с этой нерешительностью, которую вам надо побороть. Но, скорее всего, вам куратор здесь больше добавит. Но проблема очевидна. Вы взрослый человек, должны сами принимать решение. Или да, или нет. Может быть, такого нет. Это неуверенность ему дает злость. Вот. А эта злость будет накапливаться витками. Вот эта злость выходит с него сейчас, которая дает тяжесть ему. Вся эта тяжесть сейчас выйдет. Спокойствия нет у него из-за этого. Готово. Большой шар. Мяч. Мяч. Открывая под ним портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Давай тогда заправим эти браслеты, скинем, они никому не нужны. Открывая под этими браслетами портал в галактическое ядро, они уходят на переработку. Мы закрываем, опечатываем, растворяем. И посмотри, сколько энергии нужно Константину и какая частота вибрации. 320 и 26. Значит, 3 в макушку головы Константина начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли.
Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Константин, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую. Замечательно. У нас сейчас по плану встреча с вашим куратором. Наполненным и расслабленным. Отлично. Это и есть, когда родные энергии синхронизированы и находятся в вашем биополе. Сейчас будем приглашать вашего куратора в нашу комнату диагностики и зададим ему 10 ваших вопросов. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора Константина. Рад встрече. Приветствуем вас, уважаемый Рони. Приветствую всех в этой комнате. Благодарю Константина, что он изъявил желание встретиться со мной и выявил свое намерение задать мне вопросы, которые помогут ему обрести уверенность. Душам с Урана трудно на планете Земля, как мы уже обсуждали это раньше. Рад вас приветствовать и благодарю за то, что есть место, где мы можем помочь нашим подопечным визуально. Безусловно, уважаемый Рони, с нашей стороны мы приветствуем вас. Очень рад вас снова приветствовать в нашей комнате диагностики. Да, Константин обдумал, месяц прошел, он решил 10 вопросов задать своему куратору, и вы вправе отвечать на вопросы, на которые помогут ему, безусловно, в его развитии. Можем начинать? Пожалуйста. Благодарю вас. Первый вопрос. Сколько лет моей душе? 22 500 лет. 22 500 лет. Благодарю вас, Рони. Второй вопрос. Сколько у меня было воплощений, вопросительный знак, на Земле и на других планетах? 7 воплощений на Земле. Бесчисленное количество на других планетах. Я мог бы уточнить цифру, но здесь думаю, что Константин не понимает до конца заданный вопрос. Высшая отдыхает после воплощения, и это тоже считается жизнью. Жизнь между жизнями, мы так их называем. Это отдых и выполнение своих обязанностей, обучение и гармонизация с полученными знаниями. Благодарю вас, Рони. Вы закончили? Да. Я перехожу к третьему вопросу. Какие задачи у меня в этой семье? Это земные задачи, связанные с родителями, их связью, твоим воспитанием, получением уроков, получением эмоций, а также связь душ с разных объектов. Я лишь добавлю, что твоя задача больше задача души. Балансировать полученные эмоции и правильно направлять их для дальнейшей осознанности и роста души с Урана. Нужно получить максимальный опыт на Земле. Благодарю. Благодарю вас, Рони. Перехожу к следующему вопросу. Почему я не вижу яркие сны, только вижу темные картинки? Нужно учиться визуализировать. Представлять цвета, сначала энергии, понимать их, чувствовать. Сны — это определенного рода обучение. Немногие обращают внимание на то, что третья часть своей жизни на Земле вы проводите в снах. И если вы заинтересуетесь и будете развивать это направление, вы сможете осознанно жить в своих снах, получать информацию, встречаться, находить ответы, так как это состояние дельта, где ваш мозг отдыхает. Но чтобы достичь этого,
И получать правильную информацию нужно обучаться. Пожалуйста. Отвечая на этот вопрос, я хочу добавить, что своей хаотичностью ты перекрываешь видение, и грузом ложится отпечаток на твои сны. А расслабившись и понимая правильность своих действий, ты скорее сможешь продвинуться в своей осознанности и видении. Ясновидение и сновидение. Благодарю. Благодарю вас, Рони. Пятый вопрос. Как правильно сбрасывать негативную, ненужную энергию? Я расскажу это специально для тебя, как представителя Урана. Самое простое и легкое действие – нужно быть в спокойствии и знать, что никто тебе не мешает. Перед сном, с утра или в любое другое время, когда ты чувствуешь себя спокойно, ляг на спину или на живот, как тебе удобней, и я расскажу принцип. Ты можешь попробовать оба варианта. Лежа на спине, ты представляешь стержень внутри тебя, который проходит по позвоночнику из энергии Урана, а не изумрудно-зеленого цвета. На сегодняшний день твой стержень я бы назвал узкий. Ты сможешь расширять его, наполнять энергиями, чувствовать силу. Но вернемся к методике. Изгнание негатива. Этот стержень имеет определенные лучи по всему телу. Представь, что из этого стержня выходят лучи, выдавливая негативную энергию в одну точку, которая расширяется и превращается в шар, пока не выдавит до последней капли. Шар остается висеть, а лучи возвращаются в стержень. Ты почувствуешь облегчение. Всем этим процессом ты должен руководить, представляя, как этими лучами выдавливается негативная энергия и тяжесть головы до пят, концентрируя все в одну точку на расстоянии 1-1.5-2 от тебя, смотря насколько твои тонкие тела расширены. Этому всему ты должен учиться видеть. Если ты видишь на 0.5 метра, значит, оставляй на сегодняшний день шар негатива там. Дальше ты открываешь портал и сбрасываешь этот шар на переработку. Портал нужно обязательно закрыть. Влад, объясни, куда открывается портал? Против часовой стрелки в галактическое ядро. Правильно. Закрываешь, опечатываешь. Запечатываешь, растворяешь. Абсолютно верно. Мы эту технологию мы еще при чистке давали и говорили, что это обязательно надо визуализировать. Вы сейчас, Рони, дополнили, что нужно еще при этом находиться в расслабленном состоянии. Принцип тот же самый. Выдавливаем весь этот негатив, сбрасываем, закрываем. Обязательно закрывать важно. Да, я употребил энергии Урана, рассчитывая, что представителю Урана будет легче представить энергии Урана и собрать лучами все в одну точку посередине. Вы применяете белую энергию жива, что тоже совершенно правильно. Но для некоторых это труднее представить. Согласен. Можно пользоваться обе техники. Как я уже сказал, лежа на спине или на животе. Кому как удобней. Мы обязательно эту информацию передадим и другим представителям Урана на Земле, которые наш канал смотрят, и я думаю, она им будет полезна. Мы действительно знаем об этой проблематике и, возможно, поможем еще раз кому-то. Благодарю Мне вас. Мне будет приятно помочь представителям Урана. Конечно, благодарю вас. Мы закончили с этой темой, идем дальше. Я думаю, я ответил на вопрос. Более чем. Более чем вы ответили на этот вопрос развернуто. И плавный переход к 6-му вопросу. Как мне правильно заполнять энергии?
Самое простое – представлять энергии по цветам чакр, которые у вас семь энергетических центров биороботе человека на Земле. Ты можешь представлять один за другим поток или же представлять сразу все семь. Со временем ты научишься регулировать цифры. Если 320, как ты заполнился сейчас, ты будешь их чувствовать и понимать, что они заполнились снизу вверх до 320%. Иногда нужно больше, иногда меньше. Также вибрации, разгоняя их в каждой чакре, ты будешь чувствовать вибрации в биополе. Но для этого, еще раз говорю, нужно свободное время и концентрация на цветах, энергиях, вибрациях. Таким путем ты сможешь сбалансировать биоробот с тонкими телами, которые, как я уже сказал, определяются чакрами и зависит от эмоций человека. Заправившись, не забывай обязательно сгармонизировать энергии и вибрации. Как правило, в середине будет физическое тело или красная чакра, находящаяся в самом низу позвоночника, копчике. Дальше будет оранжевая, переходящая в желтый, зеленый, голубой, синий и самый большой фиолетовый, который будет обрамлять все остальные тела. Научившись видеть все это, ты сможешь гармонизировать правильно, понимая, что все энергии не должны скапливаться в ногах или руках. Обрати внимание на верхние чакры: сердечная, горловая, третий глаз и корона. Не забывай о них. Многие люди чувствуют лишь нижние чакры, забрасывая инстинктивно туда энергия и забывая про верхние, но тогда баланс нарушается. Также нарушается ваше решение и принятие в жизни на Земле. Не забывай гармонизировать верхние чакры с нижними. Правильный баланс приведет к правильным и уверенным решениям, знанию, что принесет тебе хорошее или плохое результат. Проще сказать, знание, что такое хорошо, а что такое плохо, ты будешь четко понимать, какое решение должно быть принято, когда твои энергии сгармонизированы. Не упускай этот момент. Благодарю. Благодарю вас, Руни. Мы просили всегда задавать вопросы только о себе, о своем духовном развитии, но у нас такое впечатление сложилось, там сомнений много. У Константина в связи с этим связан, скорее всего, и седьмой вопрос. Я его зачитаю. Мы знаем, что куратор никогда не возьмет ответственность за принятие каких-то решений, но, скорее всего, вам придется это подтвердить сейчас. Мне надо проходить обучение у Влада и Веры. Седьмой вопрос. Здесь играет много факторов. Чтобы проходить такое обучение, внутри тебя должен быть стержень и гармония. Чтобы дойти до этого, тебе нужно многому учиться. Первое – техникам, второе – это балансу и гармонии внутри себя. После этого ты сам ответишь на этот вопрос. Благодарю. Благодарю вас, Рони. Добавить нечего. Переходим к следующему вопросу. Восьмой вопрос. Мне трудно встретить своего по жизни человека для продолжения рода. Почему у меня с этим трудности? Потому что ты не находишься в гармонии. Внутри тебя трепет. Трепет незнание. Незнание правильности и неправильности выбора. Этот трепет
дает тебе слабость, раздражение и злость, которые вибрациями выходят от тебя. Без гармонии очень трудно встретить правильного человека, учитывая, что ты мужчина и делаешь первый шаг. Твой трепет и неуверенность чувствуются исходящими от тебя вибрациями. Думаю, я правильно ответил на этот вопрос. Безусловно, Роня. Понятно. Здесь все понятно, абсолютно. Никаких вопросов нету. Можем продолжать даже к следующему вопросу переходить. Пожалуйста. Как вы помните, в первом сеансе при чистке мы удаляли еще все контракты и договора, которые находились в его биополе. И вот в 9-м вопросе он просит вас проверить это. Посмотрите еще раз, есть ли у меня контракты и договора. 9-й вопрос. Это та неуверенность и хаотичность, о которой я говорю. Недоверие. Тут есть недоверие самому себе. Что же ждать от окружающих? Контрактов и договоров нет. Даже нет их фантомов. Но ты всегда можешь заключить новые. Об этом не нужно забывать. Поэтому знание и гармония так важны. Понимание того, что ты делаешь и куда идешь. Продолжай. Очень глубокий ответ. Благодарю вас. И мы все равно остаемся на ноте сомнения. Последний, 10-й вопрос. Женщина, которая рядом со мной сейчас, она для совместной жизни со мной? Некоторые вопросы ставят меня в тупик. Я понимаю вас. Так как ты проходишь эту жизнь на земле, а не я. И моя задача – помогать твоим желаниям, а не принимать за них ответственность. Ответственность принимает каждая душа за сделанный ей шаг и принятое решение. По какой-то причине ты принял это решение. Но опять живешь в хаосе сомнений внутри себя. Это не закончится союзом. Как я уже говорил, твои вибрации, они переходят и чувствуются другими людьми, в том числе женщиной, с которой ты живешь. Твоя неуверенность несет ей раздражение. И как я говорил раньше, как мужчина, если ты принял решение, в тебе должна быть уверенность, которую почувствует женщина. В этом случае ты можешь доминировать и вести ваш союз к правильным целям. Это был мой ответ. Я благодарю вас, Руни. Мы от себя добавили, напомнили ему сегодня о необходимости вникнуть в суть текста манифеста, где стоят слова, которые он должен был читать. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки и выражаю это намерение своей души и личности, и отказ от всех негативных программ. Но те, кто читает этот манифест, обычно у людей не возникает никаких сомнений, потому что это идет уверенность в себе, возможно, пока манифест он не совсем осознал. Правильно, там также есть слова про ответственность за свои энергии. За свои энергии, безусловно, которые нужно защищать. А защищать их можно только тогда, когда он сделает свое домашнее задание. Я не буду возвращаться к первому, по 10-й вопрос. Вы уже все, уважаемый Рони, рассказали более чем в доступной форме. Хочу добавить. Пожалуйста. По всем 10 вопросам я очень рад, что Константин заинтересовался своей душой, чакрами, энергиями, вибрациями и сможет сгармонизировать и взять ответственность за эти энергии, принимать правильные решения, которые помогут ему прийти к высшей осознанности и его души, а значит, не зря провести эту жизнь на планете Земля, впитая эмоции, чувства и окружающую его среду, находясь в ограниченном биороботе.
Гармония – это главное, что может быть и нести силу в биороботе, так как окружающая среда может меняться. Я не говорю о месте, я говорю не только о месте проживания, я говорю об условиях жизни. Они могут быть совершенно разные по политическим, экономическим и многим другим вопросам. Все зависит только от своего внутреннего стержня и от своих намерений. Правильно. У нас, говорят, два человека сидели в одной камере в тюрьме. Один видел сквозь решетку голубое небо, другой видел решетку. То, на что сфокусирован твой взгляд, то туда. Если ты видишь свободу, значит, ты идешь к свободе. Если ты видишь ограничения, как эта решетка, ты будешь их видеть всегда вокруг себя. Я лишь хочу добавить к этому, что каждый расширяет свои возможности, как может. Кто-то находит хаос внутри себя, а кто-то расширяет границы, как это сделали вы, на другие измерения. Но без гармонии невозможно делать правильные шаги. А гармония в нашем понимании – это контроль своих эмоций. Это самый важный такой пункт, чтобы человек просто понимал. Я объясню, что такое гармония. Это когда состояние равновесия, радости внутри. Не надо выплескивать это все, и тем самым защищаешь ты свои энергии, свой стержень. Это вот, я бы добавил еще, что это как раз наполнение, расширение и гибкость стержня, что есть сила духа. Когда внутри есть сила духа, это и есть гармония, которая даст силы прожить в любых условиях, как я уже сказал, в любых условиях и месте, и в любом месте географическом. Имея силу духа внутри, вы можете, как это говорят, перевернуть горы. Свернуть горы. Так и есть. Я прочитал ваши мысли, уважаемый Рони. Благодарю вас за эту очень интересную встречу. Вы дали сегодня очень много информации, которая действительно поможет и не только Константину, но и представителям Урана, потому что эта проблематика действительно знакома. И я больше чем уверен, она действительно поможет. Вы прямо разжевали, как у нас говорят на нашем языке, все детали, на что нужно обратить внимание и на чем сконцентрироваться, а что не нужно делать. Благодарю вас, уважаемая Рони, на этом я месте. Я очень надеюсь, что Константин примет также эту информацию легко, свободно и доступно. Благодарю вас за эту встречу. Благодарю Константина за намерение встретиться и вас за место, предоставленное нам для этого. Уважаемый Рони, вы знаете традицию. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами, самыми сочными ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. Я прошу уважаемого куратора Рони принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за эту встречу и просто на добрые воспоминания. Да, эти экзотические геометрические растения или ягоды, как ты называешь, мне очень импонируют. Благодарю вас за подарок для представителя Урана. Мы рады всем, до кого достучаться куратор, вы в курсе. Приглашаем всех. Я говорю, до скорых встреч, уважаемый Рони. Желаем вам всего наилучшего на этом месте. И привет Урану от нас. Благодарю. Рассинхронизируйся. Готово. Константин, мы закончили встречу с вашим куратором. Я надеюсь, вы получили все ответы на ваши вопросы. Ваш куратор очень доходчиво объяснял это. Вы все поняли? Над чем работать сейчас? Честно сказать, вокруг меня до сих пор витают его вибрации и какая-то внутренняя радость, щемящая к тому, что я сделал шаг. Да. И услышал эти ответы. Что-то новое, какое-то зерно просыпается внутри меня, отвечает на информацию. Растите это зерно, и будет
Все замечательно у вас, работайте над собой. Главное, что вы сделали первый шаг и поняли, получили свои подтверждения на свои вопросы. И нам только осталось сейчас вернуть вас назад в вашу систему биоробо-душа, для того, чтобы все эти знания, все это перешло на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Константина в систему биоробо-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.